хотя бы викты хадайте, викты хадайте, викты хадайте, пожи, 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 пожи. Духа на проводе, и прямо сегодня будет ваша самая любимая рубрика, а именно, что же получу за 1000 кило, потому что, ребята, если вы не знали, то обновили механику, и сейчас увеличили шансы падения Nameless коллекции в несколько раз, и прямо сегодня я сделаю все возможное и невозможное, чтобы выбить или Керамид Голд, или точки Хармони, ну или Алик ТХ хотя бы, поэтому, ребята, прожмите лайк за это, а мы начинаем! Уважаемый, как тебе эти стоячки? Нормально. Ты можешь их получить совершенно бесплатно. Тебе надо первое, поставить лайк и подписаться на мой канал. Во-вторых, напиши любой хороший комментарий и твой ID. И третье, самое-самое главное. Посмотри все видео от начала до конца без единой перемотки. И эти стоячки будут у тебя в инвентаре. Все, братик, стартуем. Ну что же, ребята, прямо сейчас мы собрали два лобби и будем запускаться. Но перед этим я хотел бы сказать, что это ни в коем случае не буст, и мы его осуждаем. Это все в целях эксперимента. Стартуем! Ну что же, ребятки, а вот мы в соревновательном режиме. И знаете, что самое интересное в этой катке? Что после этой каточки я получу звание, потому что я прямо сейчас допрохожу калибровочку. Большое спасибо всем этим ребятам, большое спасибо Бесту. Я просто чел, Элбрайер, Вайлд Черри и Пекс, потому что они, жертвуя своим ММРом, в целях эксперимента готовы сливать. Я очень надеюсь, что выпадет сегодня, ребята, Керамид Голд или хотя бы какой-то скин из ММС коллекции. По крайней мере, мы сделаем прямо сейчас. Команда Тира все бегут на мид. И у кого бомбочка, он ее плентит. Потому что нам надо, ребят, максимальный ММР. Так, пацаны, ну сюда. Опа, наш по шапке. Опа, по шапке, на. Все, братва, идем сюда. И прямо сейчас Пекси плентит бомбочку. Я ее дефюжу. И первый раунд позади. Я уже получил 8 очков, чего? Самое главное, что меня, ребята, не забанили. Потому что в прошлый раз я снимал эту рубрику. Я получил бан. Поэтому, уважаемые разработчики, еще раз повторюсь, это не буст. Мы осуждаем буст. Это просто эксперимент. Я очень сильно хочу получить Nameless коллекцию. И я знаю, что если я хорошо отыграю, то шанс на его падение будет максимальным. И вдруг, прямо сегодня мне повезет и выйдет какой-то прям очень дорогой скин, то я, конечно же, его разыграю среди вас. Я надеюсь, меня реально не забанят. Я за два раунда получил 30 очков, что? Я не верю своим глазам. Это полный разнос. То последний тот протухший яйцо. Куда ты? Кстати, да, поставьте видео на паузу и напишите, как вы думаете, какой у меня будет ранг после калибровки. Мне очень интересно посмотреть, какой же я ранг. Я предполагаю, что я буду, наверное, или голд 2, или голд 3. Вот мне сейчас кажется, что будет именно так. Хотя после этой каточки, может быть, я буду даже голд 4. Что? А может быть, буду даже фениксом? Я охерел просто. А вы как думаете, напишите прямо сейчас в комментариях. Прямо сейчас каждый раунд будет выходить по одному моему тиммейту, чтобы я получил максимально много ММР. Флайфоллер, брат, ты готов ливнуть во благо этого видео? Братан, посмотри мне в глазах. Как жалко, конечно, тебе. Брат, давай. Настало время ливать. Так, дальше. Red Sky, брат, тебе тоже надо будет ливнуть. Брат, ну я тебе дам удальку на моем YouTube канале, как обещал. А, стоп, мы же можем всех кикать. Стопарики. Все голоса выгнать. О, нас уже, смотрите, нас уже 4 человека. Red Sky, вообще красавчик. Блин, Red Sky, брат, мы забыли шесть. Я забыл, что ему тебя просто кикнуть. Сорян, брат. И в итоге нас в идеале сейчас должно остаться всего лишь 2 человека. Да, я и Дэвид Килл, брат. Это просто полный разносик. Счет 7-0, нас двоих пятеро. У меня 105 очков, что? Так, быстрее. Пацаны, давай, идемте плентить. Давай, дорогулька ты моя. Оп, сюда, на базу. Заплентил, на. Чпок. И готово. Гент, откуда у тебя такие дорогие скины? В смысле откуда? Ты что, не знаешь про булдропщик? Не слышал? Нет. Булдропщик — это топовый проект, на который ты если можешь поднять топовый дроп. Плюс я добавили новые кисточки, с которых сейчас сыпятся очень дорогие арканы. И помимо всего этого, там еще есть булпасик, все дела. И плюс, лично я по закрепленному комментарию дарю тебе халявную голдишку. Потом, братанчик, максимально быстро переходи в Владипромик, забирай голдишку. Ну а мы продолжаем дальше. Все нужные ссылочки есть снизу.
Все, ребята, у меня прямо сейчас будет 120 очков. Что? Как же это круто. Нам надо больше золота, больше. Обалдеть, не встать. Это абсолютный рекорд, наверное, по очкам в стендофе. Потому что я не знаю ни одного ютубера, кто бы получил бы больше, чем я за соревновательный режим. Я просто в шоке. 120 очков. И это еще не конец, потому что еще будет 8 раунд, 9 раунд и 10 раунд. А, ну что, 10 не будет. Ну, 8 и 9, ладно. Ребят, смотрите, чисто тренирую АИМ. Опа, опа. Ну как, ну нормально вроде по ИМу, да? Ну вроде нормально, шпиль. Осталось 2 человечка. Давай, шпунь. Ай, пексичек. А кто по шапке получает? Спасибо, брат. Ну, сам понимаешь. Опыт не пропьешь. Ну, попытки были. О, а давайте в этом раунде я кикну 9 килла. А, я не могу. Я не могу, не могу, не могу. Блин. Сможешь ливнуть? Тебя с игры не выкинет, потому что сейчас раунд по-быстрому закончим. Сможешь, родной? Давай, я тебе скажу, куда ливать, брат. Я тебе скажу, куда ливать, чтобы тебя не забанили. Окей. Ну, Red Sky вообще красавчик. Ливнул просто. Ля, вы посмотрите. Я на минимапе вижу противника уже. Ничего себе, что происходит? Я на минимапе вижу противника. Все, ребята, ластовый, 10 раунд. Сюда, сюда, сюда. Мне надо заплентить, мне надо заплентить. Сюда. Опа, первый пошел, второй пошел, третий пошел. Нормально. Чики-бомбони, чики-бомболейла. 9 килл. Я, конечно, такого еще не видел. Так, ребята, нормально. Я делаю последние 2 килла. Раз. И последний у нас идет бест. И мы еще узнаем, что же получу за очень большое, за максимальное количество киллов. Также у меня 147 очков. Внимательно смотрим. Что же я прямо сейчас получу? Мы это сделали. Это имба. И плюс я прямо сейчас пройду калибровку. И я получу... Так, ребята... Гол 4, да! С вас лайк, подписка, посмотрите, все зависло, все залагало! Все просто-напросто залагало! Оно не грузит, оно реально не грузит! Что за дичь? Что мы получили? Я вообще ничего не вижу! Обалдеть, не встать! Ничего себе, я сразу получил плюс 2000 опыта! Какая же ты имба, прошу, хотя бы Авиктыха дайте, Авиктыха дайте, Авиктыха дайте, пожи, 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 Авиктыха! Я получил всего лишь-то 65 серебра! А, собственно, а что так мало-то, а? Слушайте, мне очень интересно посмотреть, а сколько я получил ММР. Поэтому давайте-ка мы прямо сейчас зайдем и посмотрим историю матча. Что ж там по ММРчику, да? Так, ребята, в связи с тем, что это была калибровка, я не увидел, сколько мне ММР дали. Но я уверен, там очень много. Давайте вот прямо сейчас посмотрим на тиммейта. Сколько ему дали ММР? Плюс 38! А сколько дали Дэвид Киллу? А ну-ка, ради интереса. Плюс 41! А сколько же отняли нашим противникам? Ой-ой-ой, минус 69! Пексик, братан! Просто давайте сердечки в комментариях. Он это сделал для того, чтобы вы посмотрели этот контент. Пекс, брат, я тебя люблю. А сколько дняли Бесту? Минус 69. Ничего себе. А сколько Элбрайру дняли? А, Элбрайру ничего не дняли, он же калибровку не прошел. Ну, это хорошо. А тебе сколько дняли? О, тип тоже калибровку не прошел. Я просто чел, а тебе сколько? Минус 69. Просто, братва, запомните эту команду, они все красавчики. Ну, а прямо сейчас мы переходим в режим союзники и сделаем там то же самое. Надеюсь, там нам повезет немножко побольше. Походу, меня после докатки точно забанят. Ну, или я выбью скин и одной из коллекций. Ну что же, запускаемся. Надеюсь, мы еще найдем наше лобби. Ну а вот мы и в союзничках. И, как вы видите, волшебным, случайным образом, случайным, не баньте меня, пожалуйста, мы нашли двух моих подписчиков, Валчери и Элбрайр. Они понимают, что меня не вывезут, и не решили мне сдаваться. Поэтому, разработчики, это не буст. Не надо меня банить, пожи. Все, ребята, ждем начала каточки. Что же мы прямо сейчас будем делать? Прямо сейчас встречаемся в плоту А. Вы, ребята, должны плентить, а я буду вас мочить. Кстати, да, Пекси, брат, возможно, тебе придется выйти. Но немножко попозже, немножко попозже. Сейчас поиграйся, может, у тебя было хоть плюсовой МР. Так, ну что, давай сюда, давай быстрее плентим. На, по попе получай. И обратно-таки мы... ребята. Легчайшая для величайшего. Кстати, как думаете, сколько ММР я получу за эту каточку? Потому что за прошлую я получил 69 ММР. А сколько получу за эту катку союзника? О, у меня уже 9 счет. Неплохо, хэштег, непоганенько. Я думаю, чтобы я получил максимально много ММР. К сожалению, Пиксу придется ливнуть. Брат, ливай. Ты... Брат, я сейчас даже... Брат, ливай! О, я могу его выгнать, прикиньте. Нажимаю кнопочку выгнать. Тебе надо, к сожалению, ливнуть. Или к счастью. Все, Пекс пожертвовал. Пожертвовал своим ММРом, своим аккаунтом ради этого видео. Так, почему? Валчери, опа, первый пошел, второй пошел. И, ребята, тут уже все по накатанной системе. Изи каточка, и мы забираем второй раунд. Ля, 18 ММР. Приятненько смотри, да? На это можно смотреть бесконечно. Я надеюсь, что прямо сейчас мне по-любому выпадет нормальный скин.
кстати, да, заметьте, что я ни разу не покупал абсолютно никакого дропа. То есть я один раз купил только дефьюза, и все. Все, почини, поехали. Счет 2-0. Эй, вы где? Где? Так, за то, что долго бежал. Давай, плейте, брат. На полуистине. Тяжело, ребята, быть киберспортсменом. Вот вы часто пишете, что маслята, ну бы. Вот так играть маслята в 6 кд. Лишайся. Финальный, решающий раунд. И, да, кстати, у нас смена сторон. Не забываем, между прочим. Так, давай, давай, все. Элбрар, дядь, сюда, погнали. Вот куда-то подальше. А что это было? Все, нормально? И я получил 66 очков. Ну что же, давайте смотреть, что же я получил. Мне очень интересно. По-любому, ребята, у меня будет плюс ран. Я так надеюсь. Так, смотрим дальше. А ну-ка, что по мэру? 77! Что? Он не заканчивается. Посмотри, эта полоса идет вечно. Она не заканчивается. Я получил очень много разных наград. Получил 1650 опыта. Давай, прошу. Авик, ты ха! Авик, ты ха! Авик Тахан не выпал, к сожалению. Значит, миф опровержен. Что бы вы ни делали, Авик Тахан все равно не выпадет. Обязательно подпишись на мой канал и напишите любой хороший комментарий. Ну а с вами был ваш Кентуха. Всем удачки. Также подписывайтесь на мой телеграмчик. Я там разыграю 5 косарей голдишки. Просто за подписку. Но, брат, переходи, подписывайся. Ссылка в описании. С вами был ваш Кентуха. Всем удачи. Всем пока.